Приветствую, меня зовут Алексей, и сегодня я сжигаю по дереву. Что будет, если соединить Киллер 7 и Бешеных Кроликов? Получится Заячело 7. Основной каркас картины я взял с американской обложки Киллера 7, заменив людей на Бешеных Кроликов, и изобразив их в своеобразной манере. Гарсия, Маска, Дан, Кон, Кевин, Каеда, Койот и Харман Смит вместе в кроличьей интерпретации, вместе с названием Rubber Seven. Ну, а на сегодня все. Бывает.